Пацаны, всем привет. Рад приветствовать вас. Вечер добрый, точнее уже у нас ночь, первый час. Ну что, друзья мои. Голова, как дом советов у меня, вот. Это жесть, конечно. Просто жесть вообще с этими компами и все такое. В общем, сохраняться оно стало на ноуте. Но прибавилась какая-то новая шняга. Вот, я не знаю даже как. Короче, все зависает просто и все. Дело уже даже не в низе, я насколько понимаю. Мне кажется, это винда или что там, фиг его знает. Хотя вроде все сделали, почистили, непонятно вообще. В общем, это сегодня это просто какой-то ужас, кошмар. И я сейчас сижу на компе, с компа, да, вот. Но все-таки там с 28 попытки мне удалось залезть в ноут и просто забрать скрины оттуда. Вот. Потому что я не знаю, завтра, возможно, там, завтра, послезавтра я вообще не смогу, может быть, туда даже и зайти. Может быть, его придется похоронить просто, и все, я не знаю. Но суть не в этом. То есть, так, чтобы было понятно, у нас там последнее видео было за 15 число. Вот, там был какой-то плюс, я сейчас уже не помню, что-то в районе 400, наверное. Они средние какие-то такие все получаются. Просто посмотрим, что было дальше, там 16-е, 17-е, вот, сегодня 18-е. Ну, хотя, в принципе, я и так помню, что 16-го я надрался, вот. Причем так, это, с легкой потерей памяти. Настроение было что-то такое, прям шикардосное. Вот, вчера я что-то там, ну я не знаю, был очень близок к гемблингу, какие-то вот вечно меня посещают эти самые экспериментальные вещи, да, вот, не знаю, с этим надо завязывать, уже просто торговать, просто там, ну, в основном я одну формацию торгую, ложный пробой, да, и все. В основном, ну там какие-то еще, может быть, в моменте вещи, но в основном. А все остальное вот нужно уже просто завязывать сколько можно. Но меня вот что-то, видимо, пробило как-то, я не знаю. Но суть не в этом. Сейчас скрины посмотрим за те числа. Так, ну вот это 16-е. Ну здесь частично 16-е. 13-е, 16-е, 15-е, что ли, получается, да? 15-е. Ну, значит, я их попутал, что ли. 16-е вот дальше пошло. Тут 16-е. В общем, фиг его знает, короче. Не поймешь. Так. Это следующий день, да, то есть он предыдущий, это следующий день. На две минутки перевел, чтобы, но иначе не помещается, непонятно там где. Ну, то есть, да, сделочки. Вот здесь вот я 16 число вот это было, точно. Потому что я был под шафе с ним, и я эти сделки помню. Прекраснейшим образом. И мне непонятно, конечно, что здесь получилось. Просто провал в памяти он не дает воссоздать. Вот тут все понятно, как бы, вот с этой сделкой мне. Вопросов нет, вот. А вот здесь вот я стоял лимитом. И как видим, занос был 10, 20. Тут тика 22, наверное. Я вообще не понимаю, почему стоп не сработал. То есть АТМ-ка отработала, да, в обратную сторону, плюс 5, плюс 15 четко. А почему стоп не сработал, я не знаю. Сам я уже, видимо, это был в рубоне, потому что проснулся я ночью, свет горит, все горит. Ну, короче говоря, я вот это пояснить не смогу, ребят, потому что я просто как бы не помню ничего. Вот, и как бы, конечно, но это не системно вообще, вообще не системно. То есть стоп максимально 10 тик, и здесь он должен был быть, стоп. Вот. Соответственно, вот эта сделка, она бы была минусовая. Ну, то есть, в итоге дня был бы минус 5 тик.
по ходу пьесы-то. Как-то так примерно оно. А вот уже 17 число, вот этот гэмблинг, про который я говорил, вот вчера вот тут, ну как, тут и так есть, в общем, тут вот все отлично, хорошо, да, зашел. И тут вот тоже, да, отработало отлично. А вот тут вот я где-то в засаду попал. Не помню уже, короче, еще мелкий скрин такой получился, то есть где там что. Там меня что-то где-то тик в тик сняли вообще. Потом двинули в мою сторону. В общем, не помню сейчас уже. Я что-то психанул вот здесь вот. Вот, тут минус 5, минус 3. Сейчас уже точно не скажу. Что-то психанул. Вот здесь вот стопака. Минус десятку сразу дали. Потом частично отбил еще что-то там. В общем, короче говоря, что могу сказать, что ситуация какая, что если, допустим, вы входите, ну не вы, я про себя говорю, если я вхожу лимитом от каких-то уровней далеких, вероятность проноса очень высока. Ну то есть либо тик в тик снимет, либо забросит еще там тик на 5, вот, потом пойдет в вашу сторону. То есть не знаю. Конечно, когда видишь уровни, они очень красивые, шикарные, и просто боишься пропустить точку входа, поэтому пытаешься там встать лимитом. Но, как показывает практика, все-таки, наверное, лучше входить от какой-то формации, которая уже нарисовалась и подтвердила. Да, вот как сегодня, вот там сейчас будем смотреть, там посмотрим. Просто я не стал там ходить, потому что, ну, только что вышел, и, ну, честно говоря, просто, думаю, да хорошо все закончилось и сэкономил. Сегодня перелез на следующий контракт, на мартовский, но вот с утра одна сделка была, она еще была на старом контракте. Вот, на новом она не рисуется, но она вообще на компе не рисуется, это скрин с ноута. Вот, то есть здесь пятачок вот забрал и последнего коня в минус 3 сняли. А вот как раз момент, когда вот этот трабл на ниндзе случился. Тут по идее, значит, смотрите, я сейчас поясню, как что было. Ну, шорт понятен тут, думаю, да, объяснять как бы тут, собственно, нечего. Вот, то есть вот эта вот штука. Так, погодите, а это что? Это я лонговал. Как раз есть что объяснять, на самом деле. Мелковато только вот. Плохо видно. Это лонг был. То есть здесь было два уровня. Вот один уровень был. Так. А вот был второй уровень. Вот. И здесь я лонговал. Я входил вот, ну, как бы от этого уровня. Просто там получилось на тик выше я заскочил, что ли. Или на два. Даже сейчас вот уже не скажу, мелко не растяну, не посмотрим. А цели здесь были вот сюда. Ну, где-то вот здесь вот можно было подравняться, так что иногда не достают. Как и пока с практики, так и не достали. Вот. Поэтому... Ну, вот здесь вот просто, честно говоря, пожадничал я, да? И так можно было забрать, его здесь давали первым тейком. Но я был уверен, что сейчас пойдем выше, потому что здесь вроде как, вот видите, от шарта мы уже сделали все, да, и по идее тут как бы продолжение должно быть, ее не случилось, наоборот стали сюда залазить уже. Но вот эта опрокидка, конечно, она немного смутила. Ну, в общем, здесь отступили меня, причем я что-то у компании было, потому что здесь, конечно... Я не знаю. Стоп, он был полный, наверное, это 90 примерно 2, а это еще 82 где-то. Ну да, 10 тик. Фиг знает. Короче, если бы я смотрел, я бы подвинул. Вот, я просто подвинул бы куда-нибудь поближе. Тик 6 бы был бы он. Вот, а здесь уже, вот меня отстопило, и здесь стояла следующая лимитка просто, да? Поставленная, ну, я не знаю, на всякий случай. Может, это отработать, потом сюда придут. Вот этот уровень. Вот.
уровни на самом деле вот эти вот, они, ну, не такие непростые, вот, уровни старших фреймов. То есть, просто нужно посмотреть каждому, да, вот эти уровни сегодняшние, и перетащить их там на часовике и разглядеть, где они и что там было на истории. Вот. Поэтому здесь вот на самом деле я даже и не закрывал первые там 5 тик. То есть я вот на этом уровне выходил здесь вот примерно. Ну там с перехаем с небольшим. Или вот здесь вот под основание, вот под это. Сейчас уже не помню точно. Но суть в том, что там вот эта система дурацкая. Как она срабатывает, вот эта триггерная штука, я не знаю. Вот на второй, первый-то тейк я вот оттащил, и он почему-то не сработал. Хотя, вот, если она у тебя выставилась, эта триггерная ТМ-ка, и ты ордер с 5 тик перетащил выше, ну, на 8, например, поставил, по барабану, вот он дойдет до 5 и сработает у тебя эта штука. И, соответственно, второй тейк также должен там, на 15-ке сработать. Вот он, видимо, у меня и сработал здесь, только я не пойму первый, как я так умудрился сделать. В общем, сложно мне сейчас. Все запуталось уже в голове, смешалось. Люди, кони в голове с этим ноутом и со всей этой байдой. Ну, в общем, они отработали. И я это услышал и думаю, что-то странно. Думаю, я там в соседней комнате был, слышишь? Первый тейк сработал, думаю, окей, на. И слишком быстро второй сразу же. Я еще подумал, думаю, что, неужели прошили шпилькой такой, что ли, так быстро дали вторую цель. Подошел, смотрю, нифига, просто сработало вот здесь, да. И я сразу же один лот бросил вот здесь вот, по рынку. Ну, как бы до второй цели, да. Стоп по вот этой сделке, он был вот здесь. И здесь, его дали, как мы видим. А просто вот в этот момент, когда я вот это дело сделал, кинул по рынку и так далее... И вот тут вот залипало, вот это случилось, когда все залипло и все, и ниндзя меня выкинуло вообще. Я просто не смог туда зайти. Вот. Вообще не смог туда зайти, и там пытался я не один раз, зайти не смог. И этот уже вот вечером, я не знаю, он остыл уже что ли, ну хрен его знает. Короче говоря, пустил меня туда, вот мы зашли сюда, и я вот эту закрыл. Он просто руками закрыл в тот момент, когда вот зашел туда. Поэтому здесь... ну вот оно вышло как вышло, это, конечно, вот не дело, но, блин, вот такие у меня машины, ребят, ну что с этим поделаешь, я не знаю, как с этим бороться, если честно. Вот, так что так вот. Так, ну и два скрина я взял с этой, как его называется. Со статистикой оттуда. Блин, вот этот скрин, который суммарный, забыл сделать. Ну ладно, что теперь. Самый главный, можно сказать. Ну, то есть, вот 15, 16, 17, да, вот такая вот канитель. И на вот этих вот по дням вот это выглядит вот так, да. Единственное, вот, конечно, сегодняшний день, это вообще, я не знаю, он на самом деле... А, ну здесь 200, да? 200... Ну да, правильно, потому что было что-то 300. Вчерашний день, короче говоря, вот я закрыл что-то там 100, там 35, что ли. А там в моменте было 480. Вот. 480 было. И я думал, причем так, очень две хорошие сделки были. И все, и можно было закрывать, выходить. Но я начал что-то там еще высасывать из пальца, в итоге довысасывал. Вот. А сегодняшний день... Но он вот такой вот непонятный. И тут бы меньше было. Не 200 было бы, а было бы... Уже я там минус 8 тик закрыл последнюю сделку. А реально там... А реально там было... Где-то, наверное, порядка... Минус 20 от точки входа и тейка, если расстояние посмотреть, да? А... Ну, стоп-то небольшой был, просто...
Из 200 там бы осталось... Не знаю, 50, наверное, 70 бы осталось, вот так. Но я уже на комп, когда перелез, здесь все запустил, настроил. Конечно, ушло на часа два, пока все графики, пока это все, кластера все. Перезапустил, все это наладил. И там у меня сделка была одна. Так, вот сделочка, один трейд здесь. Вот видите, это во сколько он был? 19 часов. Так. Ну, 84, да, 83, вот это вот. Зона 84, 83, 82 уровень. По уровню мы их видим, да? Вот, чё. Вот он уровень. И здесь на самом-то деле, вот здесь бы я еще зашел, 56, но у меня не было возможности, потому что пока я там разбирался со всеми этими, тут еще не было настроено, а там меня уже не пускало. В общем, конечно, нервирует это все, не дает нормально торговать, отвлекаешься и вообще все, раздражает. Вот он, да, отработал. Здесь мы уперлись в трендовые по часу. Вот он уровень у меня стоял, 63.47. А этот, по-моему, 63.72, по-моему. 70, вот он. Короче, да, вот этот вот, это 4-часовой трендовый уровень, вот здесь вот. И здесь я вот там, по-моему, в той или не здесь. Здесь же. А, это третий уже март месяц, а там второй. Да, ну, в общем, короче говоря, не знаю, что-то как-то тут где-то. Но здесь вот здесь, конечно. Ну, я думал, что, наверное, как-то вот, может, и так вот еще сделаю, да. Здесь что-нибудь походит, потом вот что-нибудь. Как-то вот. Ну, так, более резко, как видите. Хотя время 19 часов, да, вполне. Вполне возможно. Поэтому вот он, видно, что, да, прошли наверх отсюда. Все вот эти накопления собрали. Вот. Да. Может, вот тут еще торговал что-то. Ну, я не знаю, тут стрёмно было лично. Так, на мой взгляд, бы заходить. Ну, лично мне. Хотя, отсюда еще можно было попробовать. Стоп сюда. Вот, 82. Здесь еще не дали мне, вот здесь я стоял, 64.16 я стоял лимитом. Вот видите, до меня здесь не дошли. До меня здесь не дошли. И как хорошо, что раньше вышел, да? Потому что если бы стоял прямо на цели... Как обычно, мне бы не дали мои там несколько тик. То есть сколько здесь вот было? 14 было, да, а вот 16 не было. Ну, вот эти вот 2-3 тика обычно. Система моя, да, просто. Когда мне не дают. Поэтому уже стал ниже ставить, и то вот ускрёбся тут в двух тиках. Вот, поэтому сюда не достали. Я-то думал, что здесь еще подергаются. Вот, подергаются. Ну, здесь немножко попили, да, потом вот думал, как-то вот так еще. Здесь еще разок перехаят. Потом сделают резкий какой-нибудь там, да. И уже вот отсюда, откуда-нибудь там можно зайти. Или там ниже продать. Ну, как-то вот так. В общем, на этого не случилось. Туда не шмальнули. Вот по 64.07 я видел здесь, да, но я просто стреманулся здесь заходить. Стремно было.
Ну, мне лично. Потому что только что вышел из сделки с хорошей, там $740 заработал на этом. И... здесь вот как-то еще совсем мало, да, то есть вниз-то сходили, могу, они же могло бы вот это вот, да, вот это вот, вот это вот. Вот. Поэтому здесь, не знаю, вот сюда, когда уже зашли, ну здесь уже, видите, мы уже были, поэтому тут не знаю. Долго топтались вон. Ну и так и зависли на этом уровне. Так и легли на него и все. И на нем застопорились. Вот здесь можно было еще попробовать. Вот здесь вот хорошее тоже вот такое место. Вот оно. Так, отключить эту. Вот, да, то есть видно этот уровень. И как раз тут вот плечо. Маленький такой лыжничок. Вот. Тут можно было попробовать. Но что-то я пытался заниматься ноутом уже. Да и так нормально сегодня. Ну, в общем, вот такие пироги, ребят. То есть, в принципе, как бы плюс, но вот это... Есть еще гэмблинговские наклонности, которые проявляются. Вот, психую, конечно, периодически. А когда психую, начинаю там творить что-то непонятное вообще. Так что, короче, все это не очень. Не очень пока. Пока не очень. Но как есть, ребят. По крайней мере, все, что смог выковырить, я выковырил, вам показал. А дальше уж, ну не знаю, каждый сам решает. Вот, так что на этом пока все на сегодня. Завтрашний день не знаю даже, где я буду, на ноуте или на компе. На ноуте, конечно, удобнее мне. Лег на диванчик и лежи себе, отдыхай. Вот, ну, не знаю, посмотрим. Ладно, друзья мои, всех обнимаю, в общем, да, до новых встреч. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Вот. Всем пока!